кричала на детей и дергала их за уши. В Челябинске осудили воспитателя детсада. По версии следствия, 9 месяцев женщина жестоко относилась к своим подопечным. Она дергала малышей за уши, запрещала посещать туалет и силой заставляла есть. В результате, по мнению экспертов, дети получили не только физическую, но и психологическую травму. Обвиняемая до последнего не признавала своей вины. Но улик оказалось достаточно. Суд признал педагога виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 16 месяцев. Также в течение 3 лет женщина не сможет заниматься педагогической деятельностью.